Игорь Николаевич, благодарю вас за этот визит после всех бурных событий. И я хочу поздравить вас и весь молдавский народ, элиту молдавского народа, что вы достойно вышли из непростого положения, сложного положения. Я только что беседовал с председателем Боснии и Герцеговины. Вы знаете, тяжелая судьба постигла это государство. Раздробленность. Одни в одну сторону часть народа, часть в другую сторону. Ну, очень тяжело. Я так вот понимаю, что моя следующая встреча с вами, я все время думал о Молдове, думаю, какой вы молодцы, что вы сохранили вот это единство. Это сейчас непонятно. Это непонятно, когда ты находишься вот в этом котле. Может быть, не все осознаешь, но со стороны это острее ощущается. А с течением времени, когда это станет достоянием истории, это будет изучено, осознанно. И те поколения, которые придут на смену нашему поколению, они это оценят. Оценят с достоинством, что вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове. Хоть его единством относительно можно назвать сейчас Приднестровьем, но тем не менее это дорогого стоит. Поэтому вы даже, наверное, находясь непосредственно в сонме этих событий, не совсем это воспринимаете остро, так как мы со стороны это видим. Мы очень переживали, болели за вас. Я еще раз поздравляю вас с тем, что вы достойно из этого вышли. Вы просто показали свою стойкость, решимость. Ну, просто разумные люди. Повод у нас хороший. Спорт, он всегда объединял людей. Очень хочется, чтобы он способствовал объединению в целом в нашем регионе. Я не могу сказать о Молдове и Беларуси. Мы и так объединены, мы очень близки и с точки зрения экономики, но политики у нас как бы не были сложны, ситуации здесь и там, мы придерживаемся единой повестки дня.